Обменные гастроли между Марийскими и Чувашскими театрами – хорошая давняя традиция. В театре юного зрителя имени Севспиля состоялся показ спектакля «Чудесное превращение Бабы-Яги». Погрузилась в сказку и наша съемочная группа. Вредная старуха в избушке на курьих ножках, которая дружит со всякой нечистью. Привычный образ Бабы-Яги. Однако в этом спектакле нечисть заменяет один единственный кот, а вместо коварных планов на сцене – планы любовные. Угораздила старуха. Сказку на новый лад подарил зрителям Марийский республиканский театр-центр для детей и молодежи. Всего же